Учащийся Самарского машиностроительного колледжа Прохор Бородин свой первый день студента решил отметить с пользой. Вместе со своими одногруппниками принял участие в профилактической акции госавтоинспекции. Студенты нарисовали плакаты с призывом соблюдать правила дорожного движения, быть более внимательными и вежливыми на дороге. Прохор считает, что такой подход может повысить безопасность на дорогах города и уменьшить количество аварий. От этого в первую очередь зависит безопасность как и пешеходов, так и водителей. И все-таки нужно соблюдать, то есть, вне зависимости как бы, от того, хочешь, не хочешь, как бы, закон есть закон. Инспекторы ДПС останавливали водителей для проверки документов, ну а тех, у кого в водительском удостоверении было написано имя Татьяна, поздравили с праздником и подарили сувениры. Сами именинники были удивлены и рады услышать поздравления от правоохранителей. Если честно, в первый раз такое, то есть я знала, что у нас периодически поздравляют на 8 марта, останавливают девушек и женщин, и тоже там, ну, типа цветочки дарят и еще что-то, вот, а на День Татьяны как бы ни разу такого не было, и очень неожиданно, ну и приятно. Конечно, все поздравляют. Соседи, знакомые, родственники, да просто даже поздравляют. Очень приятно, очень круто. Вы знаете, это очень здорово, что такое есть, это очень здорово, что это все организовывается. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям, что в зимнее время стоит внимательно и осторожно передвигаться по дорогам города, загородным трассам, особенно в ночное время суток. В холодную погоду асфальтовое покрытие становится скользким, поэтому тормозной путь автомобиля увеличивается. Также не стоит забывать о снегопадах, которые уменьшают видимость и реакцию водителя. Никита Колосов, Василий Колдашов, События.